Какое ваше отношение к вакцине? Положительное. А, вы уже сами сделали прививку? Нет, пока еще нет. Планируете? Ну да, планирую. Ну, вообще-то у меня такое нормальное отношение. Я просто не прививаюсь, потому что я недавно переболела. А так вот планирую. То есть планирую. В будущем планируете? Планирую, да, да. До сентября обязательно. Ну, я на самом деле не прививаюсь, и детей не прививаю своих. А можно узнать отрицательное? Причину? Я думаю, что вакцины еще не разработаны, и вообще они отрицательно влияют на организм. И все-таки это же микробы. Вы знаете, я переболела коронавирусом. Ну вот пока думаю. Ну, наверное, думаю. И планируете ли вы делать прививку? Я уже сделала две прививки, и все прекрасно, ничего не случилось. Хожу. Ой, мы даже не знаем. Что-то мы сами с деревни. Так мы что вот еще приехали, да, приехали и как-то Не попадаем к нам в деревню, вакцинация не приезжает, чтобы точно сделать. А если бы она была, вы бы сделали? Конечно. Ну. Здоровье прежде всего. Так что. Планируете ли вы делать прививку? Планирую, да. И я думаю, что нужно прививаться. А почему так думаете? Ну, чтобы не болеть. Это я буду прививаться, но просто пока сейчас времени нету. А так обязательно, да. И всем советую прививаться. Прививку я не собираюсь делать, так как мне не позволяет здоровье. А вообще вакцинироваться, я считаю, что нужно, конечно. Я вакцинировалась. Угу. Всем советую. Это большой риск и неопределенность. Я не могу это точно... То есть не планируете, точно, да, делать прививку? Я думаю, не надо, потому что последствия есть, которые я уже почувствовала. Ну, я сделала первую прививку. Вот вторая у меня 2 июля будет. Нормально, хорошо. Угу. Без всяких симптомов. Не зря бояться. Извините, я дело в том, что я переболела. Мне только в конце августа можно делать. Ну, то есть вы планируете? Да, конечно. И еще вопрос не касается. Заставляют. Заставляют, то есть да. Не добровольно идете? Нет, почему, наверное, добровольно. Добровольно, но заставляют, так? Ну, я вообще-то переболела, у меня еще эти чельца, или как их они называются, так что... Я считаю, что вакцинация – это дело каждого человека. Но кто-то делает ее, кто-то нет, но... По поводу розыгрыша я вот слышала, это, конечно, интересно, но несколько глупо. А сами вы планируете делать прививку? Ну, пока нет. А чего-то боитесь? Я не очень доверяю. Ну, это, как говорят, добровольное дело. Если кому можно, пусть делают. А вы планируете? У меня, наверное... Не, как говорится, не положено по состоянию здоровья. Да. Ну, видно, надо к врачу попасть, что скажут.